Всем привет, друзья. Секундочку, микрофон упал. Сегодня мы будем угадывать, опять же, персонажей только из игры Outlast. В прошлый раз у нас был последний персонаж Марта. Сегодня у нас будет, наверное... Давайте с Марты начнем. Ну, человеческая, допустим. Нет. Нет. Ну да, из видеоигры. Конечно, носит твич. Да, и страшилок. Ты чё? Не. А я... Нет, она как-то по-другому. Конечно, плохой ты чё. Молот вроде бы у неё... Нет, она худовая. Тёмных тонов. Да, это шелупласт, пацан. Чё? Какая монахиня, придурок. Молот, топоромолот, короче, ты ошибаешься, это Марта. Нет, я не буду с тобой играть. Марто, Марта, лё, придурок. Где я тут Марту найду, блин? Ну нафиг, я тут не могу найти. Друзья, ладно, давайте поставим. Уйди, пожалуйста, придурок. Я думаю, честно, не от тебе. Так. Так, разумеется, колпол. Давайте этого теперь. Главного типа персонажа, да? Ой, ну пусть будет. Да, на человека. Ну, никуда. Нет. 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 А подожди, она же раньше ходила. Нет. Нет. Ну, из видеоигры, да? Нет, он не ребенок. Нет. Он уже GTA думает, слушай. Нет. Нет. В конце, да, она умерла, в конце, да. Нет, это не Ларри. Нет. Нет. Это не Салли Фэйс, алло. Ну да. Есть ли у персонажа жена, муж? Да, да, да. Это не Ведьмак, это Утлар. Угу. Придурок. Какой итальянец? Да. Лин Лангерман. Да. В точку, чувак, в точку. Обожаю тебя, обожаю, чувак. Так, давайте теперь с первого частичку, наверное, с Outlast'а с первого будем сейчас... Чё, блин, частичку возьмём Outlast'а первого, сейчас будет круто. Доктор сумасшедший, давайте доктора. Нет. Он человек, но он придурок. Ой. Ну да, он носит свое оружие. Давайте поросеночка тогда. Да, давайте поросеночка. Нет. Нет. Нет, поросеночка. И страшилок, да. Ну, может, и страшилок. Он лысый. Он из армии. Вы понимаете. Нет, он не из Австралии. Нет, что? Не-не. Что-то ты вообще тупой вопрос сейчас. Нет, он не пожилой. Какой фейт точит, Фредди? Нет, он не эльф. Ну да, он из видеоигры. Нет, он не из Эндертейла. Да, он толстый. Нет, он из Outlast. Да, это поросёночка. Да. Да. Крис Уокер. Похлопаем молодцу, удальцу. Потом сейчас доктора давайте. Доктора. Да, ты угадал, да, радуйся, пока можешь. Тогда Трэвиса не угадал, с каким такое. Так, кто у нас? Может, он пол сменил, я не знаю. Нет. Конечно, носит. Да нет, ты что? Он не на стороне добра.
А вот доктор не помню. Нет, вроде нет. Я не помню. Ну да, он из трешовок. Нет, вроде он не ходил. Ну, он типа такой, да, он старый. Нет, не, он не женщина. Ну, типа такого. А нет, у него вроде нет. Нет, он не из мобильной. Скотина, да откуда ты знаешь? Скотина. Да, Ричард, Рик Трайгер. Он без маски, но он пожилой, да.